начинать вот плеяду через разных мероприятий именно с конкурса священного Корана. И для нас очень отрадно сегодня принимать участников из 23 разных стран. Кто-то смог доехать, мы очень рады, в формате офлайн принимает участие, кто-то в режиме онлайн принимает участие. Поэтому уверены, что именно этим мероприятием, открыв комплекс мероприятий, приуроченных к 1000-летию принятия ислама молодежной столицы ОИС, ну, получится сделать их по-настоящему барякатлы, как у нас говорят, и называется. Вообще такой статус дает впервые стране не участвовать. Думаю, это на самом деле большая радость, большой статус. И вот такое международное событие, как конкурс Корана, на этом уровне совместно с ОИС проводится впервые в России и именно в Казани.